что такое игрушки? Игрушки – это когда ты любишь игрушку свою. Ну, это предмет, который с ним можно поиграть. Игрушки – это детские вещи для детей. Это предметы для детей, которыми они играют. Игрушки – это наши любимые вещи, с которыми мы спим, играем. Игрушки – это в которые дети играют. И там изображаются собачка, медвежонок, куколка. Они в них играют, а когда они вырастают, они их кому-то отдают, и другие дети в них играют. Игрушки – это чем дети играют, как у нас в садике. То есть они берут игрушку и играют с ней. Например, лего, они строят что-то. Они могут взять мягкую игрушку, поиграть с ней, с другими ребятами. Какими игрушками тебе нравится играть? Мне нравится играть с машинками, конструктором магнитным. Плюшевый медвежонок, игрушечный пистолет. Мне нравится со всеми игрушками играть. Мне нравится играть куколками Лол. Они такие красивые, я в них играю. Они такие маленькие, но зато очень красивые. У них такая одежда прикольная попадается. И кукла такая сама очень красивая попадается. Мне нравится, я с ней потом играю. Мне нравится играть в пазлы, в кубики. Мне нравится лего, плюшевые игрушки мне нравятся. Расскажи о любимой игрушке. Моя любимая игрушка – это пандочка. Она мягкая. Она белая и черная. Маленькая. Моя любимая игрушка – это мой любимый магнит. Это магнитный конструктор. Ну, вот такие, вот эти, которые прилепляются такие. А что из них можно делать, расскажи. Можно делать разные фигурки, например, треугольник, квадрат один из всех квадратиков. Машинки на радиопультах. Ой, а что это такое? Это машинки, которыми с радиопульта надо управлять. А как это делать? Нажимать на кнопки. Из-за этих кнопок машина будет чего-то делать. У меня пока что нету машинки на радиопульте, но я думаю, что она у меня появится. Я люблю играть со своим зайчиком. Я сегодня с ним спала дома на кровати. У меня есть кошечка и собачка и зайчик. Это мои любимые игрушки. А расскажи о них, что это за игрушки такие? Это в которых я люблю играть и с ними сплю. Это мой котенок. Он беленький такой и мягкий. Почему тебе так нравится? Потому что у меня дома есть котенок, и я очень люблю котят.